Стыдливость. Качество, которое включает в себя совершение всякого похвального деяния и оставление всякого дурного. Добрососедство. Одно из качеств, которое оно в себя включает, это опускать взгляд и не наблюдать за тем, что соседи хотят скрыть от других. Помощь нуждающимся. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Если человек развеет печаль верующего в мирской жизни, то Аллах развеет его печаль в день воскресения. Если человек облегчит жизнь тому, кто испытывает нужду, то Аллах облегчит его жизнь как в мирской жизни, так и в жизни последней. Если человек утаит порок мусульманина, то Аллах утаит его пороки как в мирской жизни, так и в жизни последней. Аллах продолжает помогать своему рабу до тех пор, пока он помогает своему брату». Хадис привел имам Муслим.